Всем привет, Алексей Прокофьев. И сегодня у нас очень необычное видео. Мы возьмем вот эту вот малышку BMW M5 и будем на ней дрифтить и сжигать колеса. Зачем мы это делаем, да? Спросите, наверное, в комментариях, для чего сжигать колеса. Ну, на этой машине уже старые колеса, которые надо поменять. И мы решили показать мощь этого автомобиля, подымить немножко в Санкт-Петербурге на открытой площадке. Но я думаю, что это видео должно быть интересно. Я надеюсь, соберет много лайков. Ну что, ребятки, погнали, сейчас будем жечь резину. Мы всегда за безопасность в автомобиле, поэтому будем пристегиваться. Пристегиваемся обязательно. Смотрите, вот прям рвется резина на кусочки просто. Надеюсь, это видео вам зашло. Ставьте лайки, не забывайте подписываться и комментариями засыпьте нас. Спасибо!